Хей, друзья, с вами СтивПро, и сегодня покажу вам карту на робота для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данной карты в вашем мире появится настоящий робот, который был сделан целиком мной, поэтому карта будет обновляться, то есть она будет доделываться совершенно и только мною. Ну что же представляет собой карта? Представляет собой карта вот такого робота, которого вы можете управлять. Да, довольно прикольные тени, мне они очень нравятся. Ну что ж, к сожалению... Чтобы зайти в робота, вам понадобится спуститься маленько вниз. Это довольно странно, но все же вы можете спуститься вниз. Так, закрываем дверьки. Что же на первом этаже увидите? Вы видите, во-первых, подъем на второй этаж. Видите карту, видите и рычаги. А, ну, как всегда. Ну, это бывает со мной. Ну, вы меня знаете. Ну, я сейчас все обратно поставлю. Ну, на вашей карте такого не будет. То есть я уже ее скопировал, все, что надо было, сделал. Так. Поднимаемся наверх. Наверх. И что же мы здесь видим? А видим мы, во-первых... Так, давайте возьмем меч, чтобы я ничего не сломал больше. Видим кровати, на которых вы можете ночью поспать, котлы, в которых вы можете покрасить броню. Да, здесь несколько типов брони, и вы ее можете выбрать, тем самым сломать и забрать с собой. А на другой стороне у нас уже разные оружия, в том числе и материалы. Что же умеет робот, спросите вы? А робот умеет стрелять из одной и другой руки. Вот, если вы нажмете на эту кнопку, с первой руки будет робот стрелять именно динамитом. Да, я как-то странно сказал, но именно динамитом будет стрелять этот робот из именно этой руки. И роботу ничего не будет. Так, ну и если вы нажмете на кнопку, робот будет стрелять именно стрелами. То есть ничего обычного. Ну, это довольно классно. Скажете вы, надеюсь, вы, когда установите эту карту. Ну что ж, дальше есть еще одна интересная фишка. Если вы хотите спуститься, то вы можете перед тем, как вы уйдете, спуститься на батутах. То есть маленько попрыгать на блоке слизи. Что ж, как видите, вот здесь такой был маленький бум. Да, совершенно маленький бум, ничего страшного. И здесь долетели наши стрелы. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.